Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Много Plain to Earn игр я уже обозревал на своем канале. Но эта тема является особенно актуальной, особенно в плане айдо распродаж и последующих иксов. Поэтому сегодня на обзоре у нас очередной молодой Plain to Earn проект, у которого в следующем месяце также пройдет айдо. Ну а сейчас они проводят множество различных активностей, дающих возможность заработать. Проект называется Darkland Survival. Это Plain to Earn игра, в основе которой лежат два популярных жанра – Idle RPG и Tower Defense. Игра имеет мультяшный стиль, ориентированный на широкую аудиторию, а ее сеттингом являются зомби-апокалипсис. В Darkland Survival будет иметься три основных режима – PvE, PvP и Land Gameplay. В ходе PvE сражений игрокам нужно будет оборонять свою базу от постоянно наступающих волн зомби, а также проходить сюжетную кампанию. В PvP сражаться предстоит уже с другими игроками на арене, сражаться за земли или участвовать в охоте за сокровищами. Причем каждый из доступных PvP режимов будет рассчитан на разное количество игроков – 3, 9 или 99. А насчет геймплея с Land NFT пока что имеется крайне мало информации. И разумеется, что в игре Darkland Survival многое будет завязано на технологии NFT. Персонажи, оружие, различные дополнительные обвесы, земли и так далее. Все это будет являться незаменяемыми токенами на блокчейне Binance Smart Chain. А значит, игроки смогут зарабатывать на торговле этими NFT через внутренний marketplace Darkland Survival. Тем более, что NFT можно будет прокачивать и повышать им уровень в процессе боя. Каждый NFT-герой будет иметь 200 уровней для прокачки, рейтинг от 1 до 10 звезд, разные ранги, скиллы и варианты оружия, которые можно будет на него экипировать. Помимо NFT в игре Darkland Survival будет использоваться и два заменяемых токена. Первый из них это DLI – классическая игровая валюта, которая будет иметь безграничную эмиссию и возможность траты на ингейм покупки. А зарабатывать DLI можно будет за различные активности внутри игры. Вторым же токеном от проекта Darkland Survival является токен Big. Это полноценный токен управления, которым можно будет получать награду только за особые квесты, а тратиться он будет на прокачку героев и покупку NFT. Плюс токены Big можно будет использовать и в стейкинге. Эмиссия токенов Big является ограниченной, всего 400 миллионов штук. Распределены они на Plain to Earn вознаграждение, маркетинг, ликвидность, казну, резерв, команду и советников, а также три уровня распродажи. В данный момент приобрести токены Big пока что нельзя. У них прошел только сид раунд распродажи. В нем приняло участие множество известных венчурных фондов и блокчейн проектов. Maven Capital, Alpha Moon Capital, Crystal Gold, Wildcat Ventures, Jade Labs и еще более десятка других проектов. Плюс партнером Darkland Survival являются такие проекты, как VeriChains и CoinMarketCap. А у простых инвесторов вроде нас с вами возможность приобрести токены Big появится на IDO распродаже. Проходить она будет в три этапа. 24 марта на Trust Pack с аллокацией в 150 тысяч долларов. 25 марта на NFT Pet с аллокацией в 50 тысяч долларов. И 26 марта на Crystal Gold с аллокацией в 100 тысяч долларов. На всех этих лаунчпадах нужно записаться в белый список и получить тир с соответствующими токенами, чтобы иметь право на покупку токенов Big. Но помимо этого 30 слотов в белый список можно будет получить и через участие в конкурсе Шиллинга от Darkland Survival, который проходит до 22 марта в формате стандартной Glimp-компании. Также в первом квартале этого года у Darkland Survival должна будет выйти альфа-версия и пройти распродажи NFT. Во втором квартале запустится Marketplace
и выйдет бета-версия игры. Полноценно же начать играть в Darkland Survival уже можно будет в третьем квартале текущего года. Ссылки на социальные сети проекта вы сможете найти в описании под этим видео. Также там будут ссылки и на их сайт, ну а также на их документацию, с помощью которых вы сможете подробнее познакомиться с проектом Darkland Survival. У меня же на этом все. Я, как обычно, желаю вам большого профита и всем пока!